Сложное начало игры, много моментов Рига создавала, влоги смогли все-таки победить. Какие вообще эмоции оставила встреча? Ну, эмоции положительные, выиграли 4-0. Косте спасибо за сухари. Вот. В первом периоде проиграли всю мелкую борьбу, 6 минут штрафа подвели. Думаю, сломали первый период, не смогли забить. Во втором вышли, тоже начали проигрывать мелкую борьбу, потом потихоньку начали создавать моменты и забили 2 гола. Ну, в третьем уже переиграли соперника и выиграли игру. А знали, что Рига вообще чаще всех зарабатывает большинство в этом чемпионате? Как-то готовились особенно к этому? Да нет. Просто тренер объяснил, как играть в меньшинстве, и играли. Завтра повторная игра. Насколько она будет сложная и как она будет отличаться вообще от сегодняшней? Ну, завтра будет тяжелая игра. Подготовимся к ней. Думаю, все. Ну и постараемся выиграть, порадовать болельщиков.